Итак, друзья, всем привет! Сегодня 16 августа 2023 года. Сейчас пришла смс-ка, чтобы я приехал на почту и забрал посылку. А что мне пришло, друзья, я вам все это покажу. Посылку я эту ждал. Сейчас такое время, что эта посылка нам необходима очень даже на пасеке. Пришла нам очередная посылочка. Мы заказали тележку, давайте соберем ее, посмотрим. Это тележка «Самосвал» с Ульяновска, «Юникит». Ну вот, можешь показать. Вот габариты ее. Тележка «Самосвал», модель, все здесь написано. И еще по тележке грузоподъемность 200 килограмм. Так что, пчеловоды, я думаю, для вас эта тележка точно понравится. Сейчас будем собирать. Вот так вот все это выглядит в коробке, сложено. Что-то у нас ось. Сейчас ось, все будем крепить. Ручка, инструкция. Тележка садовая, да. Паспорт. Паспорт тележки. Рекламка. Ну и тут все, стрейч пленочки. Все будем по порядку. Да, колесики накачанные уже. В общем, сейчас все мы покажем. Будем собирать ее. Как все выглядит. Ну вот так вот собираем. Что, Миша, собрали здесь? Объясни. Ну, что, да. К самому кузовку мы прикрутили вначале. Получается, сам свал, вот этот вот, который он на шарнирах здесь. К нему потом приделали переднюю ось, она же поворотная. Задняя ось, здесь страховочные вот такие вот как бы элементы. Сейчас колеса одеваем. В общем, по инструкции все доступно, просто собирается. Ничего сложного в принципе в этом нету. Это немножко отогнем. Они накачанные, все уже колеса. Нормально. Осталось прикрепить. Ручка идет. И что у нас тут остается? Остается ручка для свала. Вон она, да. И ручка для тяги. Давай. Доделаем. И потом конкретно покажем. Ну что, давай последний момент, Миша. Давай, закрепим. Красоту. Тут у нас контрагайка, да, стоит ведь? Да. Чтобы не откручивалась с пластиком. Так, давай ящики наши переносные попомерить к этой тележке. Так, эта тележка самосвал. Покажи, как она сваливает вообще. Ну, здесь вот язычок. Оп. Да, отстегнули. Все. В сельском хозяйстве тот же навоз вывозить, допустим, песок, в огород, гравий, песок, гравий, вообще здорово, с огорода картошку. О, я не заметил, выкопал сразу, эти вот есть. Это что? О, мяконьки, чтобы не стукали, да? Мякиши. Ага. Так, для нас, Миша, сейчас вот пчеловодов как бы, вот эти вот у нас, ребята, переносные ящики, два, с ручками. Мы сейчас сокращаем гнезда. И ими пользуемся. Ну, бывшие мои ловушки, скажем так. В аккурат, да? Вровень. Ну-ка прикрой от пчел. Как оно выглядит? Сюда рамки накидали. Рамки составили. Закрыли. Поехали. Ну-ка давай. А по трапу проедь. Как оно будет по трапу? Как мы в дом возить будем? Нормально. Так, давай попробуем, Миша. Магазины можно, нет, перевозить на этой тележке. Магазин. Так, наши, ребята, вот магазины, которыми мы пользуемся. Вот, 12-рамочная. Также у нас есть 16-рамочная. Здесь места достаточно для 16-рамочного магазина. Но мы возим по несколько штук, по 2, 3, 4 даже. Ну, а что такого-то? И уже, считай, не на руках. Не на руках. Ты поставил, у тебя 4 колеса. Просто тяни или потолкай. Поворачивай хоть куда, все,
Грузоподъемность 200 килограмм. Сейчас будем перевозить на новой тележке мед. Здесь у нас 15-литровые ведра. Покажу, что-то у нас мед. Вот пеночка. Пенку мы не исчерпывали. Примерно по 20 килограмм ведро. Да, 15-литровые ведра. Ну, 80 килограмм. Груз неплохой. Давай, Миша, поехали. Вот как, кстати, разворот. Разворот на месте получается. Ну-ка, ну-ка. Шикардос. На одном месте фактически развернулась тележка. Тут у нас, ребята, сотохранилище. Сейчас складываем сюда рамочки. На обсушку пчелам не даем. Так, по трапу спустились прекрасно. Разворот на месте. Супер. Подъехали. Здесь наклонно у нас. Вот так повернул, чтобы не скатывалось. Повернул, чтобы не скатывалось. И она, ну-ка, подожди. Все, она стоит, равновесие держит. Все, хоть и колеса я повернул. Вот так вот колеса повернули, и все, заштопорило у нас на тормоз. Давай, грузи, Миша. Ставим ящики и поехали работать, сокращать гнезда. В аккурат, да? И главное, невысокая она, как бы. Угу. Удобно работать, да? Не надо высоко задирать. Да. Все, закрываем. Ну вот, работаем на пасеке, сокращаем гнезда. Это у нас 12-рамочный улей. Что тут у нас? Как дела? Смотрим. Полон улей пчелы. Много еще расплода, конечно. Нужно убрать 3 рамочки. По 3 рамки, да, с краю. С краю убрать. Ничего, хорошая рамочка, да, Миша? Полномедная. Все, 3 рамочки с краю мы здесь забираем. Лишнюю пчелу. В принципе, пчелу, не то что лишнюю. Идем. Давай, и в тележку. Сейчас раз. Испытаем, как она у нас с рамочки будет ездить. По тележке я оставлю ссылку, где эту мы тележку приобретали. Я ссылку оставлю внизу в комментарии. Также закреплю под видео. Если кому-то интересно, заходите, смотрите. Ну, в принципе, Миша, что ты скажешь по тележке? Да, отличная тележка. Отличная тележка. 4 колеса, и это большой плюс. Очень даже. Надо, нагрузка, да, на все 4 колеса получается. Да, что ты не на руках уже таскаешь, а как бы тележка сама. Все, тебе только надо тянуть ее за собой. В общем-то, и все. Колеса, резина, накачанные. Микрофон. Тест на мед уже прошел. 4 ведра свободно. Разворот на месте фактически, да? Плюс, да, большой. Да. Ну и пчеловодстве нам она... И не только в пчеловодстве, но и так, и в быту что-то где-то. Да, вот сейчас картошку в сентябре начнем копать. Да, 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 да. Тележка, надо самосвал, где-то сваливать в кучу картошку. Все, закрывай улей. Вот так сокращаем гнезда. Меда у них в достатке. Потом еще, естественно, мы их переберем. Ну ладно, друзья, мы будем работать. Да. Да, что еще говорить? Все показали. Все показали, без обмана, ребята, сами все видели. Друзья, все, на этом будем видео заканчивать. Кому с нами было интересно, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем, друзья, пока и до встречи на нашем канале. Пока-пока. Ну-ка, на месте развернись. Клево, да? Насчет бортов оно еще как бы и не выпадет ничего. Даже если захочет сюда попадать. Все, прекрасно.
Thank you.